А в центре олимпийской подготовки «Авангард» стартовал 17-й открытый межрегиональный турнир по художественной гимнастике «Сибирские ласточки». Популярное соревнование ежегодно собирает сотни юных гимнасток из России и Казахстана. В разные годы в нем выступали такие известные спортсменки, как Евгения Канаева, Маргарита Аличук, Ксения Дудкина. В составе нынешней омской команды все сильнейшие представительницы новой волны. Наши гимнастки успешно стартовали в соревновании, лидируют в главных номинациях турнира. Замечательные соревнования, я сразу поймала темп, у меня все получалось, особенно с мячом. Мои композиции были прекрасны, и спасибо моему тренеру Ларисе Лебедевой. Мы видим горящие глаза, которые завораживают всех, и именно вот для этих горящих глаз мы стараемся сделать все, чтобы им было, во-первых, у нас удобно, комфортно, и чтобы они могли раскрыться и показать максимальный результат.